Подъем. Конечная. Конечная? Да, вам надо выйти. Ну что, всем привет, идем. А вы не подскажете, где можно переночевать? Я откуда знаю? Вам надо уйти. Ничего он не знает. Бесполезный. Хотя он тут... Автобус рулит, да? Странно. Все в порядке? Нет, конечно. Ты что, не видишь? Мы найдем, где переночевать. Итак, нам нужно убежище. Идем, Алиса, надо спешить. Спешить, значит. А где нам спешить-то? Даже не знаю. Андроиды, давай поговорим с ним. Нам нужен ночлег. Ты не знаешь, куда можно пойти? Ух ты! А этот вообще как-то... Какой-то он вообще супер-робот просто. Ага. Осмотреться, значит. Очень некомфортно, зато никто не увидит. Ага. Надо пробраться туда. Что еще? Ага, магазинчик. Помощь? Нет, не будем. Что тут? Магазин закрыт. А вломиться я могу туда? Нет. Постой-ка. Что тут? До утра не откроется. Комфортно, но можно попасть. Понадобятся деньги. Что тут? Круглосуточно здесь остаться нельзя. Алиса, идем. Может, деньги возьмем? Давай. Зайдем. Тут тепло. Сейчас согреешься. Ага. Этот спит. Нужна одежда. Давай. Что тут? О, что тут? Ага, сгинувший рой. Что, пчел умирает? Эта музыка будет вечной. Угу. А, пчелы. Опылители официально признаны вымершим видом. Здорово. Какой замечательный мир. Ага. Привет. Одежда.
Программа уже завершена. Окей. Для Алисы нужна одежда. Давай возьми. Что ты делаешь? Это же чужое. Нам это нужно. Тебе надо согреться, а мне избавиться от униформы. Но это воровство. Так ведь нельзя. Прости, Алиса, но нам придется. Да, придется. Что еще? Чего тебе нужно? Оп. А еще что-то нужно? Боже мой. Еще наушники возьми. Будет здорово. Давай. Переоденемся. Понимаю, что тебе не нравится, но ничего. Чуть не проснулся. А неплохо. Все. Больше ничего нет. Окей, идем отсюда. Все. Теплая одежда. Капюшон надевай. Итак, может в магазин, мотель. Тут, конечно, ничего не было. Нужны деньги. А денег у нас нету. Что тут? Просто реклама. Осмотреться? Давай посмотрим. Брошенный дом. Ну хоть и дождя укроемся. Кэра, мне тут не нравится. Знаю. Всего одна ночь, и тут нас не будут искать. Кусачками? Мне что, украсть нужно кусачки? Кусачками. Откуда это я возьму? Кусачки. Тогда что, нужен магазин? А можно просто в другой путь есть? Ты куда? Алиса, что с тобой? Алиса, ты совсем замерзла. Ничего, не так и холодно. Вы потерялись. Нам некуда идти. Я знаю, кто вам поможет. Ух ты! Но это на другом конце города. А нам нужно прямо сейчас. Странно. Идем, Алиса. Спасибо, что пользуетесь нашими услугами. Магазин рядом, да? Окей. Ну давай зайдем. Интересно, что там будет. О, магазин открыт. Давай-ка зайдем.
Тебе надо согреться. Угу. Ладно. Что тут у нас? Игрушки для Алисы. Даже не знаю, что тут еще. И да, для Алисы. Боже мой. Ну и здесь что? Кусачки. Во. Понял. Надо как-то все это взять. Сейчас придумаем. Поговорим. Вам помочь? Да. Я тут с ребенком, нам некуда идти. Вы не дадите нам немного денег на ночлег? Слушайте, дамочка, у меня тут магазин, не армия спасения. А может быть? Я не могу раздавать бабло всем бомжам в округе. Пистолет? У меня что, пистолет есть? Пистолет. Взять. Украсть. Да, украли. Что тут еще? Постой-ка. Банки можно разбить, да? Еда для Алисы. Ага. Возьму. Эй, ты что делаешь? А ну положи на место. Давай будем... Нет, не буду пистолет взять. Извините, я... Да-да, я понял. Просто валите отсюда. Ладно, хорошо. Идем. Идем, Алиса. Ничего, Алиса. Мы найдем, где переночевать. Слишком опасно. Окей. Что еще у нас тут? Заглянуть на парковку. Постой-ка тут. Давай заглянем. Тут есть. Посмотрим, что там. Угу. Ну, кусачек у нас нету. Как бы было бы печально. А что тут? Кусачки. Они лежат. Давай возьмем.
Все в порядке? Ничего, царапина. Заживет, конечно. Не бойся, мы просто посмотрим. Ага, домчик. А где вход? Непонятно. Ну это с чего? Стоит. Ну ладно. Тогда я посмотрю. Ничего не видно. Алиса? Алиса? А где же она? А? Не понял. Вот стой, дерьмо. Что ты делаешь? Чужие. Райв чужих не любит совсем. Чужие обижают. Я не знаю, что с тобой сделали люди, но она тут ни при чем. Все люди хотят нас обидеть. Но Ральф им больше этого не позволит. Нет, не позволит. Смотри, я андроид. Тебе нечего бояться. Мы просто ищем себе ночлег. Чужие опасные. Вот. Вот что они сделали. Заверить, может быть? Тебе нечего бояться. Мы ничего тебе не сделаем, честное слово. Простите, Ральфа. Ральф иногда собой не управляет. Страх заставляет его делать нехорошее. Ральфу тяжело пришлось. Он так боится, что люди его найдут. Вы оставайтесь. Ральф не обидит. Ладно, попробуем. Хорошо. Страшный мы чувак. Мы переночуем. Идем! Ну, давайте! Сюда! Да уж, андроид-психопат. Ральф убежал и тут поселился. Он никогда не выходит, никто не знает, что он здесь. Люди сюда иногда приходят, живут даже. Но Ральф всегда от них прячется. Окей. Идем. Какой счастливый, да? Входите. Можете быть как дома. Ральф в другую комнату пойдет. Он бы с вами остался. Но у него дела. Просто до утра переждем. А завтра найдем что-нибудь. Так, тебе надо поспать. Посиди, я разведу огонь. Окей. Нужен постель. Что тут тебе? Что тут? Ох, многовато у тебя все есть. Что тут взять? Это спички. Да. А что тут у нас? Может поговорить с ними немного? Давай.
РА-9. А что это? Что? Символы. Что они значат? Я не знаю. Я не знаю. Опять этот РА-9. Страшный чувак. А тут ничего больше, да? Окей. Ну, идем, идем. Что это? Это бумаги. Это подушечка с матрасиками. А теперь можно и костер. Да? Да. А костер, вот. Ну, спички же есть. Я же видел. А, еще бревно нужно. Картонки там всякие. Давай. Можешь ложиться. Не очень удобно. Но так ты хотя бы согреешься. Почему он меня не любил? Почему все время на меня злился? Я хотела, чтобы мы жили нормально. Я что-то не так сделала? Я плохо себя вела? Нет, конечно. Поэтому он всегда так злился. Он наркоман. Я просто хотела жить, как все. Чтобы он любил меня. Почему нельзя просто жить? Этого я не знаю. Ты ведь меня не оставишь. Обещай, что не уйдешь. Ну, попробуем пообещать. Обещаю. Мы никогда не расстанемся. Никогда. Но... Хотя не знаю. Я бы ничего не ответил на этот вопрос. Хотя вариантов нету. Никогда. Чувства. Да, что-то новое. Надо поспать. Спокойной ночи.